Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке речь пойдет о том, как экономить воду в унитазе. Чтобы предотвратить распространение вредоносных бактерий, а также сэкономить на количестве воды для слива, хозяйственные люди советуют смывать воду в туалете как можно реже. Для этого они дают несколько действенных советов. Не выбрасывай в унитаз пищевые отходы, предметы личной гигиены, а также не смывай мочу. Не очень чистоплотные люди предлагают свое решение проблемы – не смывать воду, пописав в унитаз. Они утверждают, что моча является стерильным веществом, которое не навредит человеку, если побудет несколько часов в сливной трубе. Это действительно так. У здорового человека моча стерильна, но как же быть с гадким запахом в туалете? Мужчины, которые дружат с сантехникой, могут сделать специальный отвод отработанной воды из раковины прямо в сливной бачок унитаза. Этот метод идеально подойдет для владельцев совместных санузлов. Также в целях экономии воды рекомендуется использовать маленькую кнопку слива на бачке унитаза при наличии двух кнопок. Если твой сливной бачок оборудован лишь одной кнопкой, старайся нажимать на нее послабее. Чтобы сохранить идеальную чистоту в туалете, воспользуйся нашими полезными рекомендациями. Мало кто задумывался о том, что происходит после обычного слива воды в туалете. А приключается следующее. Бактерии, которыми кишат наши фекалии, кишечная палочка, стафилококк и многие другие, разлетаются вокруг на расстоянии до 3 метров. Если ты обладатель совмещенного санузла, то тебе будет полезно узнать о том, что эти бактерии становятся обитателями таких предметов личной гигиены, как зубная щетка, бритвенный станок и полотенце. Чтобы обезопасить себя от контакта с вредоносными бактериями, всегда закрывай крышку унитаза, когда смываешь воду. Также следует обзавестись футлярами для зубной щетки и бритвенных станков. Используй уксус и йод. Подогрей 200 граммов столового уксуса до температуры 40-50 градусов, затем добавь 1 чайную ложку раствора йода. Нанеси полученную смесь на загрязнение, а остатки вылей в унитаз. Оставь средство действовать в течение одной ночи. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими друзьями.